Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы снова поиграем в игру под названием Among Us. Ребят, поздоровайтесь. Привет. Короче. Тихо. Заткнули ебальники! Короче, мы сейчас играем в бета-версию. В бета-версии появилось две новые штуки. Это анонимное голосование, ребята, я вам тоже объясню заодно, если вдруг кто не знает. Анонимное голосование, это, короче, мы не видим, кто за кого голосует, это раз. А два, еще у нас есть Taskbar Update, да. Вот эта вот фигня, в которой задание якобы выполняется, оно будет обновляться только на голосованиях. Только нельзя будет понять, кто убийца, потому двинулась или нет Taskbar. Я опять ненавижу это все. Это бета-версия. Мы играем на бета-версии. Тут немножечко изменена. Ля, немножечко хэллоуинчика, ребят. Ты готов к Хэллоуину? Я, кстати, возможно, Хэллоуин буду прям отмечать. Возможно, прям буду отмечать. Я прям хочу попробовать там, ребята. Если вдруг ты смотришь это видео, с которым, возможно, я буду отмечать, то передай мне потом привет. Если не смотришь, то сука ты. Вот, короче, мы с тобой сейчас. Там что-то у кого-то куда-то, что-то не так. Тихо, Дио! Спокойно, Дио. Блю, свет вырубили, свет сразу почини. Чё надо, Дио? В чем проблема? Он что-то за мной сразу бегает. Так, Макрота рядом, Макрота пошла вон. Видишь, не двигается Total Task. То есть мы не можем определять, кто убийца, и это хорошо. Мы не можем определять, кто убийца по таскам. Это очень правильно, это очень здорово. Но когда кого-то убьют, тогда будет понятно. Так, тут что-то как-то подозрительно было. Подожди. Забавно, здесь специально сделали вот эти треугольнички и всю эту херню. Для людей, которые не очень, видимо, цвета видят или что-то такое. Неплохая идея, неплохая идея. Ох, как я давно не играл в Among Us. Блин, как я давно не мог в Among Us. Давайте мы вот не будем забывать. Давайте вот мы не будем забывать, как реально называется эта игра. Вот эти вот Among Us забудь и отпусти. Это Among Us. Среди жоп. Такое правильное название этой игры. Мне авторы игры звонили, говорили: «Еба, Андрюк, здорово! А ты знал, что название нашей игры Among Us?» Я говорю: «Ого, прикольно!» Они такие: «Да, прикольно!» Они по-русски говорят, просто специально для меня они русский выучили, чтобы поговорить со мной. Такие вот они хорошие ребята. Да-да-да. Думсдей, ты чего? Я поймал обоих. Кого? Что? Эндер и Алекс, смотрите, я просто сидел, мониторил, один убил одного в реакторе, второго в камерах, оба прыгнули в вентиляцию, прыгнули в мидбей. Хорош! Не, если мы можем убить Алекса, я сразу за. Давайте, вот ебем, сразу выкидываем его. Давай, Алекс, лети, собирай это. Собирай астероиды. Вот, не видно, кто за кого голосует, видишь? Прощай, Алекс. Тебя никто не любит. Так, и ждем. Люблю. Давай. Убивать всех просто, давайте. Давайте убьем их всех. Ой, то есть я ж добрый. Давайте просто... А, подожди, надо починить. Пошли починим. Пойдемте починим. Молодец. Это я на Эндер, и Эндер понимает. Эндер понимает, что ему сейчас жопа придет. Вон он бегает, скотина, паскуда, собака. Потная, конь потный, оп! Можно ну. Да, да, еще это ГГ. Это ГГ. Будет очень забавно, если, короче говоря, это Амрокта, это просто его глобальный план. Если это реально план Амрокта, то я просто скажу тебе, что вот, Макрота, ты в каком-то веке хорош. Стоп, я назвал твой ник как-то иначе, что-то неправильно, да? Какие-то Амрокта, хуёкта, Макрота, ну ж. Сори, ребят, что-то... Старая добрая Макрота. Да. Просто все голосуют. Даже Эндер за себя проголосовал. Пиздец, ты хорош, Макрота, пиздец. Ты хорош! Просто пам-пам-пам всех сразу! Замолчи. Почему? Я не понимаю, как это работает? Есть какой-то чит ебаный, мне нужен вот этот... Если есть какой-то чит на то, чтобы всегда быть убийцей, мне нужен этот чит. Ну потому что я хочу играть за убийцу. Я не хочу постоянно вот этот вот за хороших парней. Мне нужно убивать. И вот меня это как-то подозрение вызывает. Я скоро начну, даже не думая, знаешь, просто убивать Эндра, Алекс и Мирнианну. Потому что они постоянно... Вот это самые такие, знаешь, самые убиватые, заебатые убийцы. Ну то есть они не заебатые, но они просто убиватые. Они постоянно... выпадают убийцы, и они постоянно за них играют. Мне это очень не нравится, скажу честно. Мне это очень не нравится. Где?
Да, погодите, походу это моя судьба, приходить в пульт управления, начинать делать задания и видеть трупы под столом. Серьезно, ребят, я сколько игры с Винти, там просто постоянно труп под столом, ликер. А, да, я помню, ты что-то такое говорил в прошлый раз. Так, ладно, кто? Ликер, короче, побежал, походу, бухать, упал под стол. Ударился? Ударился об угол. Я не видел никого, кто побежал, значит, кто-то прибежал снизу. То есть это не было точно с... Это не было из кафетерия, значит, кто-то пришел снизу. Кто может мог прийти снизу? Кто-то из электричества мог прийти, мы с Мируняной остались. Я был только в правой части. Еще был паук. Какая, я был паук. Какая тварь не помогла встать алкашу из-под стола? Там уже поздно было, он об угол ударил. О чем ты говоришь? Ему уже не помочь, у него имя в честь алкоголя. Он все. Короче, скипаем. На данный момент хер его знает, кто там из них. Но надо посмотреть за тем, кто там куда бегает. Потому что без этого мы не поймем. Ебать! Ты че, дядь? Ты кого? Ты кого? А ты не знаешь, кто это? Да, я не знаю, кто это. Это Думсдей, это Дисней. Там не было раньше. А, точно! Думсдей, сука! Паскуда. Ой, паскуда. Ой, паскуда. Ладно. Смотри-ка. В реакторе кто-то есть. В реакторе кто-то есть. В навигации кто-то появился вдруг. А, ладно, они из кислорода пришли. В щитах кто-то появился вдруг. Из щитов кто-то исчез. В электричество. Пошли в электричество. В электричестве убийца, я думаю. В электричестве, я думаю, убийца. В электричестве, я думаю, там убиватор. Ага. В электричестве, я так и знал. Предположительно, это и есть дело. Почему? Потому что я стоял сейчас, смотрел на радарах, смотрел, как раз в электричество кто-то прилетел. Я побежал туда проверять, кто там был, кто там появился. И, по-моему, я не видел никого в достижении прям туда, чтобы дойти быстренько. Наша милая Соня... Это я. Да. Она чистая. Она ровная. Я за Дио. Дио это такая подозрительная личность. Мрачная. Да. Да все вы подозрительные личности, скажем честно. Вампирам нельзя верить. Да. Короче, мое предположение на самом деле, что это все же Дио, потому что я сказал, не было никого рядом. И я предполагаю, что он убил и сам же сразу зарепортил. Но я не уверен. Гарантии тут никакой нету. Но это то, что там на камерке сидел все это время. Я видел, как он тут выбегал. То есть я верю, что мог увидеть, что он выбегал. Это не амбокса, потому что камера мигает. Как они меня видели? Стоп, подожди, а вопрос, Мирнян, а как ты меня видела, если выключено было электричество? Ты пробегал мимо меня, когда я к проводам бежала. Она пробегала мимо. Я не пробегал мимо тебя, по-моему. Я пробегал мимо, потом я увидел тебя. Ну ладно. Не знаю, я вообще не знаю, кто из них. Но зато я сразу... Всем заткнулись! Блин, может быть это Мирнянна опять? Она меня не могла видеть. Но я не был рядом. Ты видел ее? По-моему, нет. Я там не был. Мирнян, очка. Я думаю, что это она. Ну, не знаю. Ну, это, конечно, очень такое, знаешь, очень притянутое объяснение. Но я прям очень сильно подозреваю их. Хотя Палм тоже может. Не, Мирнянна бегает за Палмом. Или Палм за Мирнянной. Я не знаю, кто за кем бегает. Но кто-то за кем-то, очевидно, бегает. И кто-то за кем-то, очевидно, следит. Я нихера не понимаю вообще, какая из этих паскуд, собак, псин, потных лошадей вообще друг за другом следит. Но явно кто-то... Тёха, не убивай меня! Пошел вон. Они же не убьют меня вдвоем, правильно? Значит, все нормально. Хотя вообще-то могут. Тихо. Электричество вырубилось. Это Мокрота может быть. Мокрота! Мокрота, пошел вон, Мокрота! Мокрота! Уходи! Уходи, Мокрота! Уходи! Иди нахуй! Иди нахуй, я тебе говорю! Иди катись колбаской, тварь! О, нет. Ну давай, убьешь меня! Что, убьешь меня? Иди поплачь, предатель! Я за Мокроту поднимаю в стакан и говорю ему, что он ебла. Нет, я не говорю этого, просто рифма, просто стих, я просто поэт. Ой, не надо аплодисментов, не надо. Ой, прекрати, не надо аплодисментов, все нормально, не надо. Ну ладно, можешь немножечко-то похлопать, ну ёп. Я чё, просто так придумываю какие-то смешные штуки, не? Ладно, не смешные, отстань, чё ты меня унижаешь, сидишь? Умный такой. Все в хранилище, в столовой вооруженной нормально, хорошо. Все в хранилище. В навигации нет. Из навигации в столовую! Из навигации в столовую! Кто-то тпхнулся, ты видел? Из навигации в столовую. В щиты! Там кто-то прыгает, вот тут прям. Пойду по щиты посмотрю. Если этот чувак вылез... Это Дио. Это Дио! Да я тебе говорю, это Дио! Это Мирнянна! Это Мирнянна! Это она! Наверное.
Не знаю. Но я почти уверен, что это она. Прям вот очень сильно почти уверен. Она же тпхнулась. Она тпхнулась прям туда, куда и не надо было. Ой, нет, подожди. Ну ладно. Нормально. Не убивай меня. Я жить хочу. Хотя, может, и не Мирнианна. Хрен ее знает. Кто-то убийца, очевидно. Кто-то. А кто? Не знаю. Покро, ты что ты за мной бегаешь? Чего тебе надо от меня? Иди, катись колбаской отсюда, паскуда. Да хватит двери зак... О нет. Пошел вон. Иди отсюда, ублюдок. Иди, я не верю тебе. И ты иди, все уходите. Я никому не верю. Это я сейчас не понял. Это я сейчас нахожу, значит, с Андреем вместе в хранилище, и он типа... Чего? Я вместе с ним зашел и типа закрывать сразу дверь. Я такой, типа, в смысле? Брат, чего? Они могли просто закрыться, подожди. Да хули ты за мной постоянно вообще бегал, кстати? Такой вопрос. Ты что-то прям напрягаешься. У меня есть очень большие подозрения на Андрея. Почему? Объясняю. Когда был саботаж реактора, бежали я, Алекс Бит и Мирнианна поверху. Да. Починили. Мы идем вверх. И Андрей как будто бы выходит из-за этого двигателя верхнего. Как будто бы он из-за... Чего? Паум, в таком случае я предполагаю, что ты убийца, потому что хуйню несешь. Я вообще не был сзади генератора, Сейчас, да, я скажу, Дио. Тихо. Я, короче говоря, подходил к генератору справа. По-моему, тебя вообще там не видел, но ладно, допустим. Я подходил к генератору справа, перепутал. Ну, справа, сверху. Вверху, справа. Не с генератора, сверху, вниз. А справа генератор. Вот. И стал там, пытался сделать таск на вот это топливо. Почему начал делать топливо при генераторе? Потому что я подумал, что это генераторная задача. Дайте слово алкашу. Я больше не верю. Вот нет. Я не верю вот этим подобным, как за мной Сокер в прошлый раз бегал, потом убил. Так ты за мной бегал, братан, сейчас. Не я за тобой бегал. Хули ты вообще за мной бегаешь? Ты ебанутый, ты буквально за мной бегал. Ты, блядь, бежишь за мной, я убегаю, ты за мной бежишь. Нет, стоп, дядь, я тебя тогда буду. А хуйню несешь. Будут срачи. На самом деле мы почти уже выполнили задание, так что проблем нету. Это может быть Палм и Эндер, кстати говоря. Да хотя нет. Если бы это был Палм и Эндер, они бы меня сейчас точно вальнули. Отъебись от меня. Отстань, Эндер, пошли за мной. Защищай меня. Я верю тебе как себе, понимаешь? Я верю тебе как своему брату. Я верю тебе как своему лучшему другу. Эндер, пошли за мной, будешь моим ручным псом. Вот, я верю тебе как себе. Я верю тебе как просто как родному, понимаешь? Что такое? Что за список? Чё, кислород? Пошли чинить утечку кислорода. Потому что утечка звучит забавно. А кто-нибудь, надеюсь, починит там? Эндер, последи, пожалуйста. Блять! Нам пиздец. А, нет, нам не пиздец, все отлично. Все прекрасно. Так, ну мы сейчас на самом деле все таски уже выполним, так что убийцы проиграют таким макаром. Я думаю, что это Мирнианна. И я думаю, что это Палм, скорее всего. Не знаю, но вот опять дверь закрыли. Нет, Палм, не убивай меня. Я шутки шучу. Нижний двигатель. В щитах! Терьям, прям. Значит, первое, что у меня предположение. Я не уверен, вот в этом не уверен. Вы проверяли кто-нибудь Doomsday, видал, что он делал? Скажи, убийца, вопрос. Убили слева, правильно? Левее электричество. Ага, тогда я Doomsday. Почему? Потому что... Правее электричество, у входа. А, правее? Чё-то мой план тогда сразу не пошел правильно. Я постоянно с ней бегал, я бы не стал ее убивать. В-третьих, можете меня проверить, я могу бегать по кругу вокруг. Да тебя никто не подозревает. А, стоп, подозревает, ты Doomsday? Блять, да ты сука, я тебя ненавижу. Ты гнида, ненавижу тебя. Ты убил Мирнианну, за что? Что она тебе сделала? Она была чистая и хорошая. Короче, почему я думаю, что это Doomsday? Сейчас я объясню. Я стоял на радарах и видел, как чувак слева тпкнулся направо в вот эту комнату снизу. Справа, поняли, да? Я пошел проверять, что за хуйня. Пошел туда, и оттуда выходит Doomsday. Только по этой причине я считаю, что это Doomsday. Других у меня причин на самом деле нет. Мы его сейчас выгоняем.
Потом надо созвать еще одно, потому что на всякий случай надо, чтобы осталось 4 человека. Да. А вы заметили, кстати говоря, сейчас, что Эндер такой: все, ладно, за Думсдэя, все, заткнитесь, надо быстрее голосовать. Слушайте меня, Алекс, Алекс, погоди. Вот я верю Алексу, пусть тогда кто-нибудь нажмет кнопку Алекс, например, нажми кнопку, чтобы второго выиграть. Я думаю, что это Думсдэй. Ребята, слушайте, мое посмертное слово. Я бы никогда не тронул Соню, ребят. Ну, ты мог не убить ее, ты мог быть вторым убийцей, и все. Победим. А сейчас убийца-то явно не дурак. И убийца, скорее всего... Или мы можем просто выполнить таски, кстати. Ну, типа тасков там, хуй да не, хух, да не хуха. Нет. Ага, пошли. Ребята, давайте всей компашки, пожалуйста. Идите рядом со мной, я ссу. Я иду чинить. Опа, а вот и жмурик. Уёбок, я так и знал, гнида. Ну ладно, вот это вот я не знал, вот это вот я не подозревал. Мы просто двоих так убиваем, уху. Андрей не подозревал. Я убил, за всю игру, я убил четырёх. Настолько сильно гнал на... Да, вы сами друг друга перессорили, вы такие... Да, я вообще не понимаю, нахуй вы... Кто-то на меня там начал. Если вы меня получили в вечном свете. Почему я не играю за убийцу? Я не понимаю. Я не понимаю, как это работает. Просто по какой-то причине он выдает роли примерно одним и тем же людям. Либо тут рандом какой-то дебильный. Может быть, имя? Да вообще вряд ли. Вряд ли имя должно решать это все. Я не знаю, как это вообще, на чем это может быть основано. Потому что есть много ребят у нас, которые никогда не были убийцами вообще. Вот ни разу. Вообще ни разу. И почему? А я не знаю. А кто знает? А я не знаю. Ладно, тогда давай будем умнее с тобой. Давай будем с тобой тогда умнеть, развива... В смысле, блядь? Это черри, это черри, это черри, это черри, это черри, это черри, это черри. Это черри. Почему? Труп где был где? Отвечайте. В электричестве. В электричестве был труп. Черри убежала сначала на нижний двигатель, потом на камеру. Я видел все это в админе. Админ, я обожаю эту лучшую штуку просто на свете. Это просто антипредатель. 3000. Ну я верю. Я верю. Убийца. Ну, я верю Макроте в данный момент. Тогда, слушайте, получается, если это Макрота, тьфу ты, если это Черри, тогда это Думсдэй, потому что он единственный, кто ее начал защищать сразу. А как мы поймем, что... Секунду. Кстати, да, это может быть опять... Послушайте меня, пожалуйста, послушайте меня, пожалуйста. Еще раз рассказываю. Я сидел в админе. Видел, надо мне в админку пойти. Я слишком много тасков выполняю. Это, типа, надо больше следить. И сразу появляется. То есть на миллисекунды это означает то, что он убил. Ага. Типа, да, это правда, я об этом читал тоже. Дальше я остался, я не побежал, типа, искать, типа, левую часть, потому что он просто в вентиляции мог остаться. Я просто ждал, что произойдет, где выйдет. И он не пошел в вентиляции, предатель, он пошел на нижний двигатель. Это явно был он, потому что все остальные части либо была где-то тогда сверху, это черри, либо справа. Но... Тогда инфа-соточка. Еще Думсдэй меня видел в админке. Хорошо. Я предполагаю все, что это правда. Давай я, наверное, пойду, повыполняю задание. Так, двигатель. Нет, точнее, не буду выполнять задание, а послежу. Я хочу поразбираться. Так, верный двигатель, столовая, нормально. Оружейная. Навигация. Щиты. Блин, ну может быть. Мирьяна, что ты меня обнимать опять пытаешься? Пошли посмотрим сейчас быстренько по камерам. Не, ну убийца точно не будет палиться. Убийца не будет палиться, так тупо. Убийца-то не тупой, правильно. Ликер. Так, ну ликер выполняет задание, хорошо, Эндер. Нет, ну они не будут убивать на камерах. На камерах друг друга они убивать точно не будут. По-хорошему надо камеры, кстати говоря, не всегда нажимать, а перенажимать. То есть нажимать, отпускать. Потому что камеры красным светятся, когда кто-то их использует. Вот, здорово, Дим. По этой причине, как бы, этому надо тоже учитывать. Утечка кислорода. Опять. Ну ладно. Я думаю, ребята разберутся. Хотя нет, нельзя. Нельзя предполагать, что ребята разберутся, нужно идти. Потому что иначе они будут меня подозревать. И в принципе логично. У них будут все причины меня подозревать. А, ладно, не успел. Ладно, я по крайней мере пытался, хорошо? Я пытался. Если верить этому дебильному рандому, то это опять, наверное, Алекс Амирнянна. Просто из-за рандома. Не знаю, просто мне кажется, надо будет уже делать мораторий на то, чтобы нельзя было одному, ну, то есть конкретно вот этим... О, здорово. Был в админке. Вот как раз Макроту кто-то убил.
Самый наш главный детектив. Минуточку, так где-то... Ты там... Слушайте, мне кажется, что Алекс, как бы это смешно не звучало... Что такое? Короче, смотрите. Вообще, Алекс бы так реально не тупил. Он остановился на пару секунд, потом начался саботаж. Я побежала в верхний кислород, и он тоже там оказался, он будто это... Я пришел... Подожди, нет, нет, смотри, Мируняна. Я прибежал, я смотрел... Меня хотят подозревать, я это понимаю, но пока я не буду врываться. Всеми в админке смотрю. Ну ладно, вас тут до хрена, вижу, саботаж начинается. Я пошел вниз, прошел через низ, вижу, уже придя к О2, вижу, что ты подошла. Ты подошла, это начала вводить код. Я такой, ладно, постою, мало ли чё. Вот. А Андрей, потом еще прибежал. Ну не знаю, такая-то слишком. Мне кажется, это хентай, мне кажется, Дио подозрительный, потому что он тоже был в одну. Я сейчас вообще-то когда... был вообще возле навигации. Соединял нет, провода. Нет, твою мать, как же не напрягает, как он говорит. Можно нет. Слово быстро. Хочу. Еще раз, сначала ликер, потом дайте мне слово. Первое. Кто вводил код с Амрокта? Он сам. Какой код? Я сверху. Нет, там был. Это Лианы был. Я лишь не ты. Андрей, ты где был? Я пошел на кислород, увидел, что кислород выполнили, пошел вниз и снизу пришел через хранилище в админку. Не-не-не, как ты шел в этот кислород? Блять, вот это я не помню, как я пошел. По-моему, я по-моему, через админку пошел, мне кажется, но вот это вот вообще не помню. У меня подозрение на хули я. Хули я-то. Это глупо на самом деле, но хорошо. Так вот, я подозреваю, я им этого не говорить не буду, я предполагаю, что это Doomsday. Почему? Потому что, опять же, он единственный, кто пытался защищать Черри. Подожди. Ты заметил? Doomsday пошел туда. Давай-ка я не буду к нему заходить. Я вот здесь постою и посмотрю. Doomsday, а ты там? Doomsday тут. Ладно. Ладно. Я надеялся, что он попадется так вот глупенько. Но он не попался. Хорошо. Ладно. Ну ладно. Не очень-то и хотелось. Но тогда кто? Не, ну у меня просто все еще. Я считаю, что это Doomsday. Прям вот, ну конкретно считаю. У меня, ну, блин, я не особо, да, я не особо хороший детектив, скажем честно, я не особо хороший детектив, не особо я в этом всем разбираюсь, там, вон, кто-то бегает, не убивай меня, пожалуйста, не особо я во всем этом разбираюсь, но я стараюсь, я пытаюсь, вот, и, на мой взгляд, Doomsday сволочь, или Алекс Бит, ну, просто вот из-за этого тупого рандома, тупо я бы выкинул Алекса Бита, ну, просто, ну, вот, тупо по фану. Просто, вот выкинул бы его и все. Потому что гораздо больше вероятность, что именно он убийца. А со всеми этими дырдумами. Блин, в щитах кто-то появился резко. Опять кислород, ладно, пойдем. Опять с кислородом проблемы. Блин, есть ли такие места? Но пока что как бы все рассредоточены. А, окей. Все пока рассредоточены, поэтому непонятно. Поэтому пока что на данный момент вообще не ясно. Тихо, не убивай меня, пожалуйста. Я хочу пожить. Люблю жить, мое любимое. Не надо меня, пожалуйста, убивать. Алекс, походу, меня поддерживает, да? Или он подозревает меня, я не знаю. Так или иначе, он бегает постоянно рядышком. И он таким образом меня, типа, защищает. Осознанно или нет, я не знаю. Так что в данный момент все хорошо. В данный момент это нормально. В данный момент это то, что мне надо. Да пошел ты в жопу слишком быстро. Хорошо. В охране. Ну не убивай меня. В охране! И нижний двигатель. Ну я уже не успею, наверное, да? Наверное, не успею. Я не буду даже проверять сейчас это. Я прав? Нет, я не прав. Чёрт! Я был уверен, что это тут убийца, потому что там моргнула вот эта вот иконочка, и вы в комментах писали, что если моргнула иконочка, то это типа признак того, что кто-то кого-то убил. Ну, видимо, нет. Видимо, в данном случае нет. Да, Ромер, нет. Надеюсь, ты меня не будешь убивать. Ну, не убивай, пожалуйста. Так, давай одно задание, да, выполню, кстати говоря, у меня осталось. Чё вы все за мной-то бегаете? Что вам надо от меня? ЗАЕУ. Здорово. Нормально. Doomsday, ну давай, убить меня хочешь? Чехол? Убить меня хочешь, собака? Убить меня хочешь, потная лошадь? Ладно, не надо меня убивать, я хорош. О, здорово, а чё стоим? Чё думаем? Я думаю, это Doomsday. Ну, все еще. Хули вам все от меня? Да. Вот чего? Что надо? Я выполнил все задания в этом городе, понимаешь? Все я выполнил. Да, это Doomsday. Это Doomsday. Guarantor of an O. Так, я в общую кучу входить не буду. Я не буду входить в общую кучу. Как бы рот я этой общей куче это болтом по губам водил, понимаешь, этому народу. Вот, поэтому да. Шо вы все за мной-то бегаете? Шо мы, толпа с вами, я не знаю, банда? Нет. А мы все задания выполнены, они ждут, чтобы я выполнил. Возможно.
Выберите аномалию. Ну вот это. Ну вот, выполнил. А, вот что вы со мной бегаете! Я думаю, хули вы все со мной бегаете, блядь! А мы задали. А кто был импостером? На этом все, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Ребят, попрощайтесь. Я надеюсь, что всем пока. До скорого. Удачи.